Всем привет! Хочу немножко поделиться своим путешествием в Албанию. Я прилетела в Тирану, потом мы поехали в город Дурас. Жила там в гостинице Majestic. Я летела в Албанию, вообще ничего не знаю про эту страну и даже не представляла, что я здесь увижу и какие здесь люди. Ну, в общем-то, что я хочу отметить? Первое, это страна абсолютно безопасная. Никому здесь ничего не надо, открытые машины, сумки, в общем-то, все отлично. Второе, два моря, Ионийское море и Адриатическое море дают вот такую взрывоопасную смесь. Разные пляжи на любой вкус, то есть есть пляж песок, есть пляж каменистый, где можно поплавать с масками. Есть даже места, где можно половить крабов, мы там тоже отличились. Вот, очень дешевая жизнь, ну, например, для девочек постричься, покраситься, сделать маникюр и педикюр, все в круг стоит $55. В общем-то, ни в одной стране я такого не видела. Недорогие фрукты, недорогое питание, вкусная рыба. Но еще очень хочу сказать о людях, потому что, узнавая, что я из России, все очень почему-то радовались и предлагали сразу все. Что хочешь, такси, хочешь, туда отвезем, покажем, познакомим. Здесь, видимо, развито еще то отношение к людям, когда какие-то связи у нас, как в России, решали все. Вот, что еще? Погода отличная, октябрь месяц, купаться очень комфортно, море чистое, очень мягкое, очень красиво, фруктов завались. Ну и самое интересное, еще жилье. Цены на жилье, конечно, совсем недорогие, и снимать жилье недорого. В общем-то, для тех, кто планирует переезжать куда-то из России, вы можете на это посмотреть, потому что это, наверное, один из самых таких вариантов, который простой, можно получить легко вид на жительство. Ну и все подробности вы можете узнать у специалистов местных, если надо, контакты мы вам сбросим. Вот, так что приезжайте в Албанию, наслаждайтесь отдыхом, наслаждайтесь общением. Всем пока! Ой, ребята, уезжать вообще неохота. Я так вам завидую, что вы остаетесь. Это такой релакс. Короче, как-то здесь все проблемы уходят, и жизнь становится действительно такой вот радостной какой-то, полноценной. Поэтому наслаждайтесь, завидую молча и не молча. Вот, поэтому, ну, надеюсь, что я вернусь, уверена, вернее, что я вернусь и присоединюсь к вашему сообществу счастливых людей. Так что все, пока. Я полетела.